Депутаты областной думы рекомендовали принять проект закона об областном бюджете на 2015 год и на плановый период на 2016-2017 годы в первом чтении и направить его на рассмотрение в комитет по бюджету. Этот проект представил народным избранникам начальник областного финансового управления Руслан Пустозеров. Он подчеркнул, что социальная направленность бюджета сохранится. На финансирование социально-культурной сферы планируется направить почти 20,5 миллиардов рублей. Сохраняются и индексируются все социальные гарантии. Увеличено финансирование физкультуры и спорта, отрасли сельского хозяйства. Кроме того, появились и новые направления. Теперь часть налогов будет оставаться в местных бюджетах. Впервые, коллеги, 5% НДФЛ добавили на сельские, это администрация. Об этом все должны знать. То есть у них добавляется, у наших с вами районов, это по НДФЛ добавляется, и плюс еще прямые там трансферты идут. Да, плюс дотации еще. То есть это тоже беспрецедентный шаг в условиях такого дефицита и прочее. Это плюс. Это говорит о том, что не забыта наша деревня, село, провинция в этих непростых условиях.